В общественную палату Одинцовского района обратились дольщики компании «Рантект МФД». Вот уже несколько лет жильцы домов 24 и 15/2 по улице Садовая слушают обещания застройщика доделать то, что было начато еще несколько лет назад. По их словам, придомовая территория полностью отсутствует. Дорожного покрытия нет, а детская площадка так и осталась мечтой. Действительно, ситуация вопиющая. На каком основании люди покупали квартиры не за маленькие деньги, а за обычную рыночную цену и вынуждены очень много лет уже вот жить вот в этих непонятных условиях. Благоустройство – это только цветочки, а ягодки внутри. Не каждая квартира снабжена счетчиками на воду. В доме отсутствует телевизионная антенна, а недоделанная теплоизоляция создает бытовые проблемы. Поскольку трубопроводы не изолированы, то есть нет изоляции на них, то есть в подъездах намного жарче, чем в квартире. Если в квартире 14 градусов, в подъезде 30. Поскольку там на каждую квартиру идет стояк. В доказательство своих слов дольщики предоставили десятки фотографий. То, что могло бы стать декорациями к фильму ужасов, повседневная реальность жителей домов по улице Садовая. Мы будем везде абсолютно поднимать эту тему, и просто так соскочить с этой ситуации у вас не получится. Вот был задан вопрос, показаны все недоделки, вот, ну, я его как бы там перефразирую, когда вы сдадите все эти вопросы, чтобы люди могли жить в комфорте. Некоторый оптимизм вселяет реакция представителей компании. Они извинились за сложившуюся ситуацию и пообещали справиться в ближайшие месяцы. В присутствии средств массовой информации озвучили конкретные даты окончания работ. До конца месяца планируют установить двери в тамбуры и помещения консьержи. А в течение ноября выполнить в полном объеме работы по благоустройству. Обещаниям сложно верить, но я хочу сказать, что сейчас деньги начали появляться, и несколько миллионов рублей мы выделили вот за последние несколько дней для того, чтобы были закуплены те или иные материалы. В отличие от многих подобных ситуаций, на этот раз компания-застройщик не осталась в стороне. Директор компании «Рантек» прибыл на совещание. Данный факт, а также повышенное внимание к проблеме со стороны общественной палаты Одинцовского района дают надежду на то, что ситуация разрешится в сторону жильцов. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».